Так, Василий, сегодня завтра вернее мы отмечаем День Послания, 12 апреля. Мне довелось, будучи студентом, встретиться вплотную с Сергеем Павловичем Королевым, хотя он у нас лекции не читал по ВТУ, но это мимо раздевалки мы встретились в вестибюле между преподавательской и студенческой раздевалкой. Раздевалкой был вестибюль. И мы с группой студентов вышли, конечно, мы не стали, кто такой Сергей Павлович Королев. Тогда это еще мало кому было известно, но старослужащие студенты у нас были, они не узнали лицо и шептали: вот Королев. Я посмотрел, лицо точно знакомое. Такое знакомое лицо, где-то я не видел. Представительный мужчина, все длинного седельного пальто, шарф, шестой такой, шляпа, шляпа. Он попал в другой космос, машиностроитель, где читал лекции. Почему я вот лицо его запомнил? Потому что тем, что раньше видел я передачи о запуске, конечно, первого нашего космонавта в 1961 году. Уже к тому времени были телевизоры КВН-49, один у нас. И мы в эти телевизоры смотрели передачу репортажа запуска, где руководитель, как его называли, руководитель запуска, белый курточки с микрофоном и передавал команды «Кедр-1», «Я царя» и так далее. Дожидание, конечно, остаты и другие команды, требуемые при запуске. И все переговоры передавались Гагариным, как он был. Вот руководитель запуска. Ну, конечно, еще тогда не знали, что это Королев. Но когда ребята мне сказали, что вот идет, собственно, Сергей Павлович Королев, я вспомнил, что я уже видел его. Мы сидели все в момент бабушки, смотрели телевизор при запуске. И бабушка еще отметила, вот это очень хороший человек. Очень. Бабушка была старенькой, конечно, до революционной закваски разбиралась, люди, такие люди хорошие, такие. И вот таким образом, после этого, в этом же году я поступил в ВТУ, а в 64-м я вот видел его как раз за 2 года, почти за год. Потому что 66-го в начале года операция скончалась. Вот. И вот такая судьба. И благодаря вот этому телевидению такой энтузиазм у народа сложился относительно космонавтики, что все вот рванулись, студенты технических, и конкурс был у нас колоссальный. Вот у ВТУ был конкурс просто невероятный. Так удалось поступить. Сейчас вы, кажется, и не поступили. Но плюс к тому же еще поступали китайские студенты, тогда очень много к нам. Поступали стажники, которые большой старший были. Так вот, появление массового такого телевидения. Телевидение сыграло такую роль, как газета, радио, но только фильм и кино. Вот эти три составляющие, они все сложились в телевидении. А сейчас еще информационная составляющая добавилась в интернет. Еще стало интереснее. В то время, когда это был запуск, я был имел разряд сборщик механик. Хотя и низкий, но разряд имел. Вот что я хотел сказать, что встреча вот эта мимолетная, она как бы группировку казалась бы незаметной, но она на меня оказала в дальнейшем довольно-таки сильное влияние. В последующей работе все время я об этом вспоминал.
Здесь я сошлюсь на книгу первую 1934 года Сергея Павловича Королева «В первых ракетах». Это первых ракет и характеристика возможностей, перспективах развития. Но все, и также сошлюсь на книгу, которая посвящена его биографии, начиная с тех времен, когда он в Коктебеле с планерами занимался, и потом из Украинского института технического перешел в ГТУ второго курса. И дальше, ну, его, собственно, до момента вот запуска, когда он стал уже дважды героем, социалистического труда и академиков. Здесь вспоминается то, что его вот эта связка, которую он предложил впервые, связка двигательная, она что помогла? Помогла хорошо управлять вот этим вот ракетой, стабилизацией ракеты. Хотя, конечно, процесс был очень связан с потерями, материальными, техническими, людскими даже, ну, известно, что учительным делом. Но отработка это все-таки в настоящее время, а отработка уже совершенной ракеты до такого момента, когда ей пользуются уже иностранные заказчики. В частности, американцы летают на МТС. В принципе, схема ракеты не изменилась. Немножко она сейчас вот усовершенствована в связи с новым проектом разработки ракеты, тоже связки, но уже более такая глобальная будет ракета для освоения Луны. Предполагается, к 2020 году запуск Луны в ракетах типа, которая была Н1, она не пошла тогда. Буквально из-за какой-то прокладки, которая попала в топливную трубку подачи топлива. Ничего неизвестного. Вредительство было или какой-то недочет. Факт тот, что современная ракета, она как бы будет связка состоять из 5 ракет, 4 по бокам полноценные, и одна в центре, самая основная там с головной частью, полезной головной частью. Следует отметить, что пока до сих пор вот эти антигравитации никто еще пока не придумал, хотя в этом направлении работает, но пока это единственная ракетная техника, начиная с Салковского. Она до сих пор, это Цандер, Салковский и так далее. Все эти люди, Глушко, Мишин и так далее, развивают это направление. И сегодня оно расходится собой, считается одним из основных. Хотя имеются и другие, более перспективные разработки. Здесь я хотел отметить еще перспективы, которые вырисовываются уже довольно ясно. Это перспективы запуска космического лифта. Он на себя представляет. И он, по моим таким соображение представляет собой некоторую такую трубу. Сначала, в общем-то, она не очень большого диаметра, но она достаточно для того, чтобы, во-первых, подавать по этой трубе горючее, потому что его надо будет много. И чтобы она достаточно прочности была. Ну, это, вот сейчас вот нанотехнологии как раз об этой прочности и думают. Нанотехнологии, материаловеды, как говорится, торгуют с этими гомеопатическими добавками материалом, старым и другим органическим и неорганическим нитям. И это вот труба, но она должна быть достаточно как минимум 300, от 300 до 800 километров эта труба. Ну, представьте, газопровод. Ну, у нас же такой газопровод есть.
И только закро вот эта сложная, тяжелая конструкция, она не гибкая. Мишарнина не гибкая. Не гофра. А здесь, вероятно, начнется какой-то небольшой гофрированной трубки, ну, может быть, диаметром метр, полметра, метр. И в головной части этой она будет установлена где-то, может быть, даже на внешней части будет пустовая тяговая ракетная установка, которая на старте будет подаваться как обычно, она по обычной схеме будет работать, но с навеской как шаттл вот эта труба будет низко в старте. Поскольку шаттл он короткий, а труба дальше пойдет длинная. И вот когда уже основная ракета выведет эту связку на достаточную высоту и отстрелится эта часть, тогда пойдет работать вот эта шаттлообразная структура, тянущая за собой вот эту гофрированную трубу. Но не достаточно высоту. Конечно, это располагаться должно где-то в районе экватора. Может быть, даже она будет на каких-то ложементах или с поверхности моря сниматься, поверхности, с родиной поверхности снимать. Но, собственно, это утверждает. Наверное, все-таки с какого-то ложемента будет сниматься эта труба. Ну, на другом конце, конечно, должно быть крепление. Довольно-таки основательное. И мало того, что крепление. Туда все системы подачи топлива. Туда, под достаточным давлением. Для того, чтобы обеспечить требуемый массовый расход секунды для создания соответствующей реактивной тяги. Когда уже этот лифт выйдет на состояние на высоту такую, что достаточно будет для удержания вертикального состояния, как говорится, в состоянии его эрекции, этого, этой трубы. Вот. А тогда уже на конце будет подготовлена насадка соответствующая, она уже должна быть заранее выведена, в смысле выведена, и состыковаться вот с поднявшейся вверх в эту трубу. И вот вместе так это будет все вращаться, земля будет раскручиваться соответствующая, и инерция будет раскручиваться как вот вутим мы веревку с грузиком, так и оно и пойдет дальше. А уже по этому лифту постепенно, начиная с малых грузиков, будет туда доставляться более. И дальше сама эта труба будет усиливаться, ее механические свойства будут наращиваться. Сначала, конечно, а потом соответствующая вверху будет уже станция настоящая, которая, возможно, будет уже более прочной конструкцией. Вот такое пошаговое применение этого лифта, его развитие этого лифта, позволит создать в дальнейшем такую экономию, что не надо будет гаючего для этапа, что объем грузов на необходимую высоту будет осуществляться этому лифту. Ну, что не только грузы, но и гаючи будут доставляться для стартовской орбиты, для достижения больших скоростей, чем головая скорость вращения. Вот это иначе. Головая скорость вращения Земли будет на экваторе. Ну или не так. Вот когда мы этого достигнем, конечно, здесь будет определенный прогресс. Это будет промежуточный этап, видимо, между вот этими гравилетами, которые разрабатывали в следующее время. Увозили по факту. Ну и кое-где даже экспериментальные вещи работы отрабатывают идеи по созданию этих гравилетов. Но вот эта вот синица там в руках, которая более реально позволит создать вот такие, в частности, энергетические установки на орбите, о которых мы говорили в предыдущих сообщениях. Создание энергетических установок
позволит, также вот этот лифт, он позволит анализировать эту энергию, которую показывает. Но еще лучше, как мы уже говорили, лучше использовать ту энергию, которую он получает, преобразовать ее необходимую энергию, частности электрическую непосредственно для использования в мощных суперкомпьютерах, которые будут там на орбите работать. Потому что на Земле они тратят очень огромную энергию, более низкий запас этой энергии, связанный с экологией, все будет удобно этой энергии, это все связано с экологией. А вот солнечная электроручка будет довольно тоже здесь на Земле низкая, а там, наверху, процент использования полностью излучения должен быть большим. Вот такой космический лифт. Это продолжение вот этой идеи связки. Наверное, в будущем это предстоит, надо разрабатывать, обдумывать эти варианты, конструкторские варианты, и делать разработки своих проектов технические и дипломные проекты. И также в дальнейшем от научных работ переходить к практическим. Вот по Сергею Павловичу он развивался от практики. И посредственно своими руками он делал очень многие вещи. Поэтому ему было легче дальше учиться в высшей школе. Он достиг больших высот. Ну, естественно, что жалко, что всего только 59 лет отметил. После этого пошел сразу на операцию. Где вот по такому случайному течению октября на огромные такие медицинские силы, которые были привлечены, которые сейчас, конечно, в современных условиях техники его бы, конечно, спасли. В тот момент даже такие денег, которые там присутствовали, профессора, они не смогли ничего сделать. Вот таким образом. Ну что еще хочет отметить, что сегодня вот 11, завтра праздник 12, а сегодня 11, тоже прискорбный день. И тоже Сергей Павлович не победил, конструктор с тобой машиностроения под Москвой. Скончался. Это наш выдающийся конструктор такой. И так далее, очень большое количество военных вооружений ракетных. Ракетное движение, оборонный такой ракетный щит, тактический ракет. Вот на этом мне хотелось бы подумать, если бы с Сергеем Павловичем сразу вместе и пожелать им следующая жизнь такая, у них предстоит еще больших успехов добиться в этом важном направлении. Как теперь Лига говорит, следующий вызов добиться больших результатов. Спасибо большое за внимание. До свидания.